Президент России Владимир Путин в этом году поручил предоставить возможность выпускникам 2024 года пересдать один предмет единого государственного экзамена. 20% всех выпускников страны воспользовались шансом улучшить свои результаты. В Ульяновской области тоже нашли школьники, которые приняли решение пересдать один из предметов. Установила сроки 4 и 5 июля для повторной сдачи экзамена. Эти дни предназначены для сдачи основных экзаменов. Сегодня мы принимаем 6 экзаменов. У нас сегодня английский, информатика в компьютерной форме, русский, общество, химия и физика. Да. Основная, конечно, масса детей сдает информатику и общество. В пункте проведения экзамена 0176 в первый день пересдачи 102 выпускника. Многие пришли улучшить свой балл для поступления в вуз мечты, но есть нюанс – предыдущий результат аннулируется. Поэтому ответственность еще выше. Я пришел на пересдачу информатики во второй раз, потому что в первый раз, когда я ходил, были некие проблемы с компьютером. По математике я набрал 80 баллов, по русскому 64, ну, неплохие результаты. То есть первый раз просто прокачал технику, об этом так. Ну, я думаю, да, в этот раз будет лучше. Дарья Буранова сдала литературу на 100 баллов, а вот результатами экзамена по английскому языку осталась недовольна. Даша решила испытать удачу еще раз и попробовать приблизиться к заветной сотне. Я поняла, исходя из этого года, что ЕГЭ – это такая система, которая связана с удачей в том числе, то есть это лотерея в некотором роде, и повезет, не повезет, ну, как сказать, это был мой выбор, я его сделала осознанно, и я постаралась приложить все возможные силы, чтобы улучшить результат. А дальше как судьба распорядится. Пока кто-то из ребят стремится приблизиться к сотне баллов, другие школьники хотят перейти порог. Первый раз не получилось, но второй шанс упускать нельзя. Работа над ошибками и еще несколько дней судорожной подготовки должны принести положительный результат. Мне не хватило, получается, пары баллов, по-моему, что ли, до нужного результата. Поэтому я пересдаю. Ну, я вообще не набрал порог. Вот. Видимо, плохо подготовился, и вариант, на мой взгляд, был очень сложным. То есть я рассчитывал вообще баллов на 60-50, но я даже не прошел порог. Мне несколько баллов не хватило. Надеюсь, попадется более хороший вариант. На нормальные баллы напишу. Результаты пересдачи будут известны примерно через 10 дней. Предыдущие баллы аннулируются. Но если ребенку стало плохо или он не пришел на экзамен, то результат сохраняется. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.